Барабанное, световое и фаер-шоу, танцы и велотрюки. Праздничная атмосфера царила в эти выходные на Соборной площади. В центре Ульяновска прошел благотворительный ночной велофестиваль «Сердце Симбирска». Правда, повод для встречи оказался совсем нерадостным. 8-летний ульяновский мальчишка Ваня Антипов не может играть со своими сверстниками или ходить в школу. Всему виной страшный диагноз – детский церебральный паралич. Справиться с недугом мальчику поможет реабилитация стоимостью в 100 тысяч рублей. Нужную сумму собрали гости и спонсоры велопробега. Желающих помочь Ване и его родителям оказалось больше 300 человек. На Соборную площадь съехались как новички ежегодного велопробега, так и участники со стажем. Велосипедисты ехали под живую музыку кавер-группы. Велоколонна проехала весь центр, через площадь Ленина, бульвар Новый Венец, Гончарова, Минаева и Ленина. После возвращения колонны на Соборную площадь состоялся розыгрыш призов от партнеров фестиваля, а также праздничный концерт со световым и огненным шоу.